Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня покажу вам свой заказ и фраше, который сделал в августе месяце. Заказ мой состоял всего из одной позиции. Это была парфюмерная вода Soul Elixir. Ее все, конечно же, знают. Вот в таком она флакончике. Это аромат относится к группам шипровые цветочные, верхняя нота бергамот, средняя нота жасмин и роза, базовые ноты это пачули, ладан и бобы тонко. Это сладкий, мягкий, тягучий, медовый, я бы сказала, аромат, очень женственный, соблазняющий, томный. Он манит с первых нот бергамота, раскрывается нежным жасмином. Я его ношу и летом, и зимой. Он хорош, шлейфовый, с хорошей стойкостью. Я взяла его со скидкой 30%. Обошелся он мне 1046 гривен. И, собственно, это весь мой заказ. Теперь покажу вам подарки от Yves Rocher, которые я получила. Первый подарок за заказ от 349 гривен. Это тушь для ресниц ультраобъем. Вот такая тушь. Второй подарок за заказ от 549 гривен. Это был ночной крем-маска от морщин для выравнивания поверхности кожи. Вот такой баночки. Густая такая. Тягучая консистенция. Такой кремик. Третий подарок за покупку на сумму от 750 гривен. У меня это был парфюмированный спрей для тела и волос «Малина и мята». По каталогу без скидки он стоит 255 гривен. Это, конечно, дороговато. Я бы его за такую цену не приобрела. Как подарок, конечно, приятен. Сразу, если сравнивать с тинтами для тела «Фаберлик», здесь более мощный пульверизатор. Хороший, приятный аромат. Буду пользоваться. Четвертый подарок, сюрприз мне был. Это монотени. Насыщенный цвет. Мерцающая медь у меня. Тон. Красивый оттенок. 2,5 грамма в упаковочке. Пятый подарок. Благодарность за заказ от 950 гривен. Мне подарили туалетную воду «Дыхание весны». Вот такая туалетная вода. 50 миллилитров. Это цветочно-фруктовая композиция, верхние ноты яблока, средние ноты роза, базовые ноты кедр. Несложная композиция. Цвет во флаконе зеленый, и это сразу навевает свежесть, весеннюю легкость аромата. Зеленое сочное яблоко для меня это. Шлейфа нет и стойкость средняя. Шестой подарок за мой заказ, это была скидка минус 150 гривен. То есть за заказ я заплатила 896 гривен. Вот он мой заказ. То есть я заказала Soul Elixir за 1046 со скидкой и минус 150. И получилось 895,9 весь мой заказ. Четвертый подарок, конечно же, пробники. Так. Гель-крем 0 недостатков 1 мл. Дневной крем от морщин. Сыворотка от морщин для плотности кожи тоже 1 мл. В итоге у меня получился отличный заказ и классные подарочки. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До встречи. Всем пока.